Сней, прости меня, пожалуйста, потому что я украл твой аккаунт. И я не просто украл твой аккаунт, я даже поменял в нем пароль. Да, ребята, это не кликбейт, это реально аккаунт Снея. Можете посмотреть, это клан Сней Армии, все по-настоящему. Да ладно, ребят, как вы вообще могли в это поверить? Короче, почему это аккаунт Снея, и этот аккаунт теперь мой, и я реально не поменял пароль. Но я его не обманул, потому что этот аккаунт я у него выиграл. Ну а прямо сейчас я все ровно всем, ребята, кинтуха на проводе, и прямо сегодня я зашел на аккаунт Снея. Вам всем интересно, откуда же у меня его аккаунт, и при том, как я на нем поменял пароль? Ответ крайне прост. У Снея была какая-то видео, какая-то рубрика, где он дарил свой аккаунт. В итоге я с вампиром посмотрел это видео, посмотрел логин и пароль, зашел, поменял, и теперь этот аккаунт мой. Ну а что же на этом аккаунте, вы сейчас просто будете в шоке, потому что, ребята, на нем 450 уровней голдпасса. А, или 150. Или 300. Ну, короче, на нем полностью, самый-самый полный весь голдпасс. Куча-куча всего, куча наклеек, куча кланов, куча сообщений. Короче, давайте смотреть. И знаете что, ребятки, я подумал? Я подумал то, что этот аккаунт я подарю вам. Чтобы получить данный аккаунт, вам надо первое поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, написать любой хороший комментарий плюс ваше ID. И третье, самое главное, посмотрите все видео без перемоток от начала до конца. Ну что же, дамы и господа, только что я зашел на аккаунт Сне. Давайте смотреть, что и как тут интересненько. Первое, что я вижу, это ID. А ID довольно-таки блатной, куча семерочек, 38. Посмотрите теперь на ник Сней Арми Сней. Блин, какой фриковый ник. Так, ну ладно, давайте смотреть. Gold Pass, чтобы понимали. А в натуре Gold Pass прокачан до 450 уровня. Нифига себе, просто представьте. До 450 уровня прокачан Gold Pass. Это просто нечто нереальное, потому что, ребята, это же стоит, ну, 1050 рублей, как минимум. Окей, ребята, теперь давайте посмотрим на клан. Что в клане? Клан Сней Армии 3 семерочки, ну, все по дефолту, я лидер клана, все, как должно быть. Блин, ребят, ну, конечно, прикольно. Так, теперь смотрим друзья. В друзьях только 3 друга, Сней, Сней 2, Сней, Снегирь. Чет, конечно, ребята, максимально фриковый аккаунт, но теперь самое интересное, давайте почитаем личное сообщение. Ну, что же. Переходим в личное сообщение, и что же я тут вижу? Привет, Годуэль, твой подписчик! Как дела? Добавь меня к себе в друзья! Давай один на один на 1500 голды. Блин, ребят, сообщения пишут практически каждый час. Очень активно пишут сообщения, посмотрите. Так, давайте посчитаем. Сней, можно в прокачку? Блин, это прикол. Сней, можно в прокачку, ПЖ? Я знаю то, что вы хотите увидеть инвентарь. Окей, прямо сейчас я вам его покажу. С вас лайк, подписка. Так, ну что? Перехожу в инвентарь, и вы просто посмотрите на все эти новые брелки, на все эти новые наклеечки. Это какие-то чармы. Я такой чарм вообще... Впервые в жизни вижу, я не видел ни у единого игрока такой чарм на оружие. Посмотрите, как же все это красиво. Так, я вижу кучу статрек P350, кучу M60. Просто зачем так много скинов? Ну, ребята, я скажу так, скоро все это выйдет на рынок, и это все будет стоить прям очень-очень дорого. И самое главное, то, что все эти скины будут ваши, потому что я этот аккаунт разыграю вам. Так, ну что ж, пацаны, 5-7 смотрим, 5-7. Нифига себе, какой же он классный, такой 5-7 впервые в жизни. Вижу, надо запомнить. 5-7 Enforcer. Блин, ребят, сколько же крутых скинов. Так, ну что, листаю. Мне интересно только одно. Это арканы. Так, наклейки. Ну, наклейки, это само собой. Куда же в наше время без наклеек? Так, ребят, листаем. Где арканы? Блин, сколько всего. Охренеть. Вот я просто представляю, что если все это продать, можно 1000, наверное, 50 голды заработать. Сейчас мы еще посмотрим, сколько же там всяких аркан. Так, это наклейки. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой! Раз нож, два нож, три нож, четыре нож, пять нож, шесть нож, семь ножей! Вы чё? Вы серьезно? Семь ножей! Мать моя женщина! Семь ножей! Обалдеть, какой классный М16! Охренеть! Я просто в шоке! Блин, пацаны! Еще есть! Брелок аркана? Не, ребят, это нереально другой аккаунт. Этот аккаунт стоит 1060, а то и 70 голды. Ну, понимаете, что самое интересное? Самое интересное, что помимо того, что этот аккаунт сам по себе очень дорогой, лично от себя, я прям сейчас открою еще 10 новых импар кейсиков, и все, что выпадет, это будет ваше. Ну что же, прямо сейчас я покупаю этот скин. Так, опа! Купил.
И у нас есть ровно 1000 голды. Покупаю 10 импар кейсиков и надеюсь выбью еще какую-то аркану, какие-то перчатки. Это было бы очень круто. Ну что же, я думаю, то, что можно начинать. Вначале я предлагаю сделать буст на перчатки. О, великие перчатки, если вы меня слышите, пожалуйста, придите на землю к нам. Вы нам очень нужны. Пожалуйста, хэштег перчатки. Хочу перчатки. Так, легендарка. Первый же кейсик сразу легендарка, это очень хорошо. Базара 0, это не аркана, но тем не менее легендарочка. Я доволен. Так, окей, погнали дальше. Открываю еще один импар кейсик. И знаете, что я сделаю? Сделаю буст на АВМ бум. Сделаю буст на эмочку новую. Пожалуйста, новая эмочка. Новая АВМ бум. Ну хотя бы что-то выпадьте мне. П-350 Onista Track. Мне кажется, спасибо большое. Но, ребята, это не совсем, что я хотел. Так, давайте я скажу волшебное заклинание. Засной армии! Давай, давай, давай. Перчатки, Ой, легендарка. Ой, кстати, это работает. Давайте еще раз. За клан Маслята и за клан Сны Армии. Поехали! Ух ты, блин, сколько аркан-то пролетел. Ой, как же это было близко, блин, почему? Мне прям плохо стало. Так, окей, мы не сдаемся, у нас еще больше половины, поэтому все хорошо, все еще только впереди. 4 пары перчаток, ну хотя бы одна. Может там мне выпасть? Я думаю, может. Блин, вот я себе хочу перчаточки панк. Ну, точнее, не себе, а вам, да? Хочу перчаточки панк. Какие они сочные, какие они классные. Слушайте, а мне хотя бы что-то выпадет? Перчатки! Перчатки! Блин, как же это было близко. Стендов просто нас рофлит. Смотрите, мы сейчас делаем буст на рарки. Обманываем Empire Collection. Делаем вид, что нам нужны рарки. И он нам на зло даст аркану. Сейчас мы проверим эту теорию, пацаны. Я, конечно, не особо в это верю, но давайте проверим. Так, я понял, не сработало. О, зато статрек, это хорошо. Значит, делаем буст на арканы. И нам выпадет аркана, да? Не будем никого обманывать, просто возьмем и откроем. Пожалуйста, хэштег аркана. Так, ребят, две попытки. Я хочу аркану. Блин, ну сколько аркан прилетело. Ой, аркана. Вау. Охренеть. Я рад. Кто самый счастливый? Это Кента ПК. Аркана, я тебя люблю. Так, ну, это аркана есть, надо еще бэм-бум. Погнали. Блин, пацаны, я просто в шоке. Как же это круто. Окей, ну хотя бы одна арканочка нам выпала. Ну что ж, дамы и господа, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите любой хороший комментарий, если вы хотите получить этот аккаунт. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока.